Ну что, девочки, сегодня у меня очередная прогулка по городу с моей дорогой любимой подружкой. Лира, поворачивайся. Сегодня она взяла выходной, и мы совершаем прогулку. Посмотрите, что мы такое красивое увидели. Скамья примирения. Как-то я вам снимала скамеечку влюбленных, а теперь вот скамья примирения. И что характерно, вот посмотрите, у них у всех середочка какая. Чтобы могли поближе друг к другу пододвинуться. Те, кто в ссоре. Идем дальше. Вот мы на территории нашего Омского торгового центра. Посмотрим, что там у нас внутри. А пока я хочу снять вот эту красоту. Посмотрите, какая красота. Такое разнообразие. И аромат. Какой необыкновенный цвет. Девочки, глаз не оторвать. Да ты встань, в этом белая, белоснежная. То ли от листочков, то ли цвет у нее такой. Оттеняется зеленым. Какая красота! Я сейчас пройду подальше по рядочку и посмотрим, что еще здесь есть. Очень красиво. Можно? Ой, девочки, ну глаз правда не оторвать. Они в таких хороших контейнерах уже. Бери и высаживай. Что, Эльвирочка, смотришь? Смотрю, красота такая. Красота такая, да. Здесь тоже всякие цветочки ползущие и, наверное, на камнях. Любящие камни. Вот такое разнообразие. Девочки мои, любительницы цветов, смотрите, любуйтесь. Идем дальше. Другие тут саженцы тоже. Разные сорта яблочек и груш. Видите, написано груша. Память Яковлева. Яковлева. Ой, да тут такой, знаете, длинный базарчик. Ну, это, конечно, уже вот просто посаженные. А вот калла. Канна, что у меня, помните, я вам про нее рассказывала, на балконе в горшочке растет. А здесь уже такой хороший куст. Цветок необыкновенной красоты. Малина, или что тут, ежевика ли. Вот здесь разнообразие цветочков. Такое. На солнышке жарко им, конечно. Сегодня у нас 32. Торговля идет. Вот я немножко площадь сниму перед торговым центром.
Посмотрите, тут даже какие-то рубашки, вышиванки или как их называют. Девочки, если я не права, то поправьте. И носочки, и варежки. Зима-то в Сибири, как всегда, неожиданно приходит. А тут вот уже на готове и теплые вещи. А почем жемчуг? Вот такой наш торговый центр. Вот мы у самого-самого начала посещения торгового центра. Я давно-давно не была здесь. Начинается он с книжек, с тетрадок, с глобусов. Детский мир впереди. Мы сейчас погуляем, посмотрим. Кое-что я, конечно, вам сниму. Вот, что тут. Киоск или маленький магазинчик часов. Останавливаться у часов не будем. Выбирать мне часы не надо. Смотрите, как красиво. Конечно, это отдел ювелирных изделий. Там я еще вижу еще. Какая красоточка. Мы находимся пока на первом этаже. Такая прохлада приятная, народу немного, не знаю, как будет выше, но пока вот так. Девочки, кто с Украины? Посмотрите, какой ресторанчик украинский есть в нашем городе. Шинок. А что это такое означает? Кто подскажет? Посмотрите, как красиво. Плетень. Расписание работы ресторанчика, даже вот видите, на каком полотенчике, в виде полотенчика. Красиво.